Привет, господа! Вы находитесь на канале iHouse Термоплюс. С вами Олег Кузьмичев. Сегодня я вам покажу, как укладываем бетон именно в опалку толщиной 150 мм. Также подпишитесь на наш резервный канал Яндекс.Дзен, телеграм-канал. Это канал по интересам, можете там задавать вопросы, общаться между собой. Итак, тема именно как уложить бетон именно в опалку 150 мм. Есть одна тонкость, о которой мало, наверное, кто знает. Надо использовать именно наполнитель гравийный щебень. Речной гравийный щебень. Он ничем не хуже, чем обыкновенный щебень заказывайте. Там также гранит, базальт, все вот эти породы присутствуют. На прочность он никак не влияет. А вот укладывать бетон вот в эти тонкие стены намного проще. Объясняю почему. Если у вас будет щебень с острыми краями, а если он с острыми краями, он в этой тонкой стене начинает зацепляться. Там армар-каркас, там у нас еще и инженерка заложена. И, в принципе, он где-то застреет, и у вас получаются большие раковины каверны. Просто он не проходит вниз по этой стене. И из-за этого проблематично этот бетон уложить. А так как речной щебень, он имеет более округлую форму, и он имеет большую текучесть, это элементарная физика. Так что используйте именно такой именно щебень, чтобы вам легче было работать, если вы будете заливать тонкие конструкции у себя на объекте. Также этот щебень вы можете даже посмотреть, во многих городах России есть круглые столбы освещения на улице, они внутри пустотелы. Если вы подойдете, то вы увидите именно гравийный щебень, он в них присутствует. Так что, кто это видел, напишите в комментарии. Вот. Итак, парни и девчонки, сейчас мы вам покажем, как укладывают бетон именно в стены монолитные, будущий, вернее, наш в опалку, чтобы у нас получились в будущем монолитные стены 150 мм. И там еще у нас заложена инженерка и армокаркас. Об этом забывать нельзя. Итак, поехали. Обязательно, парни и девчонки, заказываем предварительно бетонный насос именно с гасителем. Это такая выгнутая насадка на конце у нас подачи бетона именно в опалку.
Итак, парни и девчонки, вы увидели укладку бетона именно в опалку с толщиной 150 мм. Вот у нас уже стены наши готовые. Именно здесь мы это все производили, работы. И вы обратили, наверное, внимание на то, что у нас бетон подается порциями по отдельным участкам. Дальше он внизу растекается и его вибрируем. И укладка бетона происходит в три этапа. Первый метр, потом второй и там третий. И вот так все это по кругу идет. Разумеется, я не до конца снимал, потому что у меня просто батарейки сели на камере. Но это происходит так. Вы видите уже готовый результат. И еще, как совет, когда укладываете бетон в опалку, обязательно следите за шпильками и за замками. Потому что если начнет ее выпирать, разорвет, беды не оберетесь. Итак, всем пока, до новых встреч. С вами был Олег Кузьмичев. Подписывайтесь на канал.